День знаний, который в этом году пришелся на второй день осени, порадовал отличной погодой. Одним из первых учебных заведений в округе начала торжественную линейку Одинцовская гимназия номер 4. Сегодня я рада приветствовать вас на пороге нашей замечательной школы, гимназии номер 4. В этот знаменательный день распахнутся двери для сотен тысяч ребят, первоклассников, которые дружно вольются в школьную семью. Максим Лесин перешел в 11 класс. Выпускник понимает, насколько ответственным станет для него этот год. Большая ответственность, потому что сдаем в этом году единый государственный экзамен. Конечно, сегодня волнуюсь, потому что все-таки у меня последний год. Стою перед крыльцом школы на 1 сентября. Очень волнительно, но с другой стороны очень радостно смотреть в глаза первоклассникам, которые сегодня впервые шагают на порог школы. На вот эти самые первоклассники, о которых говорил Максим. В руках букеты, в глазах страх перед неизведанным. Но поддержка родителей и улыбки учителей не дают первоклассникам грустить. Впереди новый и важный этап в их жизни – школа. В Одинцовском лицее номер 6 царила не менее праздничная атмосфера. Цветы, друзья, улыбки. Отдохнувшие загорелые ребята снова собрались в школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями, любимыми учителями и директором. В прошлом году мы очень трудились интенсивно, и я считаю, что результат очень хороший, потому что четвертый год мы находимся в зеленой зоне, удерживаем эти лидерские позиции среди школ Подмосковья. И в топ-300 в этом году мы вошли. Для родителей первоклассников этот день волнительный и радостный одновременно. Папу первоклассницы Вари переполняла гордость за дочь. Это радостное событие в жизни каждого родителя. Я сегодня очень рад, что она переступила порог 6-го лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. Это знаковое место, потому что оно носит название великого русского поэта. И вот звучит первый школьный звонок. Старт новому учебному году дали первоклассники Савелий Тесля и Варвара Ковалевская в сопровождении выпускников гимназии. Пожалуй, самой масштабной в округе получилась линейка Одинцовской СОШ номер 17. Ведь в этом году школа приняла в свои ряды 379 учеников. 12 первых классов, выпускники, учителя и родители заполнили большой школьный двор. Здесь у нас два четырехэтажных корпуса, оснащенных по всем самым современным стандартам, потому что школа была открыта. Один корпус в 2013 году, другой в 2015. Но нас радует то, что совсем недалеко в Сколковском жилом комплексе уже к Новому году будет готова к введению в эксплуатацию новая школа. Вот, поэтому мы очень надеемся, рассчитываем, планируем, что часть наших учеников пойдут учиться туда, и мы разгрузим свой корпус. После торжественной части ученики первых классов в сопровождении классных руководителей и родителей отправились на школьный двор, чтобы выпустить в небо воздушные шары, символизирующие успех. Сегодня в Одинцовском городском округе за парты сели более 46 тысяч школьников, а в первый класс пришли почти 6 тысяч детей. Впереди интересный, насыщенный, удачный учебный год. Мила Тарасевич, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».